европейских симпатий, и сумма в 200 тысяч гривен достается проекту Raccoon World. Можно смелее аплодировать, дамы и господа, не стесняются эмоций. Мы искренне поздравляем этот проект. Зрители свою точку зрения высказали. Конечно же, фотографии на баре. Да, присоединяйтесь к нам, становитесь вот здесь рядышком со мной с Нау. И на эту сцену сейчас будут выходить по очереди те финалисты, которые разделили между собой призовые места. Именно так решили наша судейская команда. И будет третье, второе и первое, соответственно, место. И сейчас хочется объявить победителя, который расположился на третьем месте. И сейчас ему будет вручен приз 400 тысяч. Это проект Glorify. Все мы помним о том, что связь с этим проектом осуществлялась онлайн. Он сейчас находится далеко за океаном, и поэтому выйти на эту сцену физически, да, не может. Все вы его помните. Виталий, синяя рубашка, желтый галстук, насколько мне... Да, правильно? И именно он занимает третье место, и сумму 400 тысяч ему достается. Glorify, третье место. Второе место и приз в 600 тысяч достается проекту Кардиома. Как мы помним, этот проект защищался сегодня первым. Мы поздравляем от всей души. Давайте еще раз искупаем в овациях. Второе место, проект Кардиома. Покрикивать тоже можно. Оставайтесь с нами вот здесь вот, рядышком, вот сюда становитесь. Ну что ж, переходим к самому интересному и волнующему призеру. Первое место, друзья мои. Давайте застынем вот так вот с ладошками. Первое место и 800 тысяч гривен достается проекту Кубомания! Самая массовая сегодня была презентация. Команда проекта Кубомания, мы вас поздравляем с первым местом! Проходите. Все-таки я сегодня получу кубики. Первое место, проект Кубомания! Победители! Победители в конкурсе инженерных стартапов Вернадский челлендж 2017. Удивительные люди, замечательные проекты, мощные судьи. Вот что значит Вернадский челлендж 2017! Хочется пожелать дальнейшего развития всем проектам. Конечно же, хочется сказать большое, огромное спасибо организаторам нашего сегодняшнего праздника инженерной мысли и общественной организации «Насфер». На сайте «Насфер» вы сможете найти информацию о всех мероприятиях, которые проводит эта группа компаний. Руслан, хотят о лаверды сказать, ребята. Пожалуйста.